скажем так. Ну что ж, Алена Донодина. Бревно – это ее, пожалуй, любимый снаряд. В таком случае, когда в многоборье были соревнования, она получила очень высокую оценку – 9,4 балла. Ай, молодец. Все пока замечательно. Очень уверенно она проводит свою комбинацию. Фляг 360 градусов. Сет был очень неплохо выполнен. Страхуется, но это и понятно. В любом случае, пока все очень хорошо. Да, замечательная комбинация. Я думаю, что оценка будет очень высокая, и она, безусловно, ставит... О, 9,7! Ну, это просто, это аплодисменты бурные причем. Мы таких оценок сегодня... Пока еще не видели такого уровня. Ну и что ж, вполне заслуженно она получает 9,7. И, ну, это как минимум у нее серебряная медаль. Потому что еще Юлия Ложечка должна выступить на бревне. Но вообще оценка 9,7 это уже какой-то совсем другой, не детский, скажем так, уровень. Упражнение на бревне готовится выполнить Ложечка Юлия, Центральный федеральный округ. Итак, Юлия Ложечка, Центральный федеральный округ, она из Брянска. Лишь она может лишить Алену Донодину золотой медали в этом виде программы. Но вот оценка 9,7, она очень высокая и вполне заслуженная. И вы знаете, вот Алена Донодина, она... Кроме всего прочего, вот бывает, когда